Всем привет, с вами снова славный Друже Обломов. Сегодня у нас муха не сидела на блендере с мощностью 4 лошадиные силы, в котором, чтобы проверить, реально он вот настолько мощный или нет, мы перемесим банку с пивасиком и кедровые шишки. Тут, короче, такая тема. Вы, наверное, знаете, что я люблю побазарить перед роликом. И суть в том, что я сам по себе как человек, я люблю хорошие вещи. То есть я люблю вещи, которые, когда ты покупаешь, вопрос становится полностью закрыт. То есть не типа я купил ботинки, и через 3 месяца я их поменял. Не типа я подарил бате бензопилу, и через год ее нужно менять. Нет, если я покупаю какую-то вещь, я стараюсь... Ну, есть вещи, на которые мне пофиг, там футболки, джинсы, протерлись, купил другие. Я понимаю, это расходники. А есть вещи, которые вот просто хочется купить один раз в жизни. И чтобы с ними вообще не возникало никаких вопросов. У меня никогда не было мощного блендера. Я смотрел, реально, кулинарный канал, на нем 1 000 000 подписчиков. Я смотрел в сторону мощных профессиональных блендеров, но они стоили абсолютно неподъемных денег. Там, знаете, 40, 50, 70 тысяч рублей. То есть, как бы я такой смотрел на это и думал, не сегодня. Так не, точнее, я мог себе позволить такой блендер, но... Ну не за 50 тысяч рублей. И однажды мне написали из компании, примерно месяца полтора назад, которая называется RowMid. RowMid. Я даже не знаю, как она читается. И мне сказали, что мне могут подогнать блендер. Мне могут подогнать блендер на 2 киловатта. Этот блендер мощнее, чем 2 киловатта. 2200 ватт на самом деле он. Это 4 лошадиные силы, и здесь 2 чашки из поликарбоната. Это какой-то супер крутой пластик. И эта штука здоровенная, она реально здоровенная. И вроде как она может считаться профессиональной. То есть она настолько мощная, что может перерубить все, что угодно. Я как человек, который сидел на ютубе и смотрел, как дробят всякие айфоны, айпады, дробят в разных блендерах, мне стало интересно, и я сразу же согласился. Этот ролик я снимаю только благодаря вот этой фирме RowMid. Ссылка находится в описании. Там же вы можете посмотреть, сколько эти блендеры стоят. Этот, по-моему, стоит 18 тысяч рублей или что-то такое. Ну, это как бы устройство. Это не блендер, который, знаете, там, у нас блендер 300 ватт. Не-не-не, это, короче, зверь. Это зверь. Мы использовали его в течение 2 месяцев, и он перекрошил все, что мы в него запихали. Для сравнения, блендер другой очень популярной фирмы, я не буду его называть, когда мы запихали туда мясо, он в течение нескольких секунд намотал жилки мяса на ножи, издал странный звук, и из него пошел черный дым. Слава богу, мы успели его выключить, у нас сейчас есть и запасной блендер, но это просто чудовищный зверь. Эта моделька называется Samurai Blender Dream. Вот такая вот штука. А сейчас я перечислю, что мне в этой штуке нравится, потому что мне в ней нравится практически все. Нет ничего, чтобы я мог отнести к недостаткам. Ну, кроме того, что да, она стоит бабла в 2-3 раза дороже, чем обычный хреновый блендер, который не может перемесить даже пару жилок. Самое первое, мне очень нравится, что здесь нет никаких, знаете, я люблю защиту от идиота, но не настолько, чтобы был какой-то рычажок. Надо было что-то поворачивать. Здесь, на днище, идет вот такая вот здоровенная шестеренка. Причем это сталь. Это реально, вот это видно, что это не алюминий, не какое-то дерьмо, которое сотрется через полгода. Это сталь. И все, что нужно, это просто вот так насадить чашку. То есть не нужно ничего поворачивать, ничего заворачивать. Все. Оно вошло в пазы и никуда не денется. Со второй чашкой то же самое. Так, только она вот так входит. То есть вы просто берете, что-то насыпали и вот так туда ее ставите. Ни рычажков, ничего задвигать не надо, ничего защелкивать не надо. Ты просто берешь и вот так вот насаживаешь. И, собственно, эта шестеренка входит в пазы вот это вот отверстие. Это вот приемник этой коронки. А второе, что мне очень-очень понравилось, это то, что каждой чаше идет вот такое вот, я не знаю, как это назвать, я называю это черным властелином. Вот, идет вот такой черный властелин. Если что-то налипло на бока, то есть здесь есть стопор, упор, то есть обнажи, оно никак не может касаться абсолютно. Но вы можете соскрести со стенок, и с этой чашкой то же самое, вы можете соскрести со стенок. Так, где крышечка? Крышечка, она немного мягкая, из такой полупластика, полурезины. Вы можете соскрести со стенок и продавить вниз. Продавить вниз ваш продукт, который, потому что в чем проблема блендеров? Они начинают внизу, вот они месяц, а сверху вообще не перерубленные продукты, которые не торопятся падать вниз. Здесь такого быть не может. Если ты это видишь, ты просто берешь вот так и проталкиваешь все вниз. Учитывая, что это просто монстр, перемесить, я думаю, что он перемесит все, что угодно. Это 4 лошадиные силы, бензопила целая. Ладно. Короче, чисто по-быстрому характеристики. Это 50 тысяч оборотов в минуту, это 2200 ватт,
Это больше 2 кВт, это 4 лошадиные силы. В линейке этих блендеров есть и менее мощные, там на 3 лошадиные силы, но я сразу сказал, я хочу самую мощную модель. Что мы сейчас сделаем? Проблема вот в чем. Я не знаю, как показать, что этот блендер крут. Я знаю, что он мощный. Почему я знаю, что он мощный? Послушайте звук. Даже из моего петличного микрофона. Послушайте. Я думаю, слышно, что это за штуковина. Но я не могу никак сделать этот выпуск зрелищным. То есть я очень благодарен людям, они мне не заслали ни копейки. Это как бы просто я рассказываю свои собственные впечатления. Они мне прислали в подарок охренительный блендер. Я даю на них ссылку в описании, но я не могу вам показать, насколько он крут. И просто, знаете, запихать туда, не знаю, там перцы, налить туда оливкового масла, вы это видели на основном канале 1 000 000 раз. Я попробую замесить в нем целую банку пивасика. Мы посмотрим, покрошит он алюминий или нет. И потом, если покрошит, мы попробуем покрошить там вот такие вот кедровые шишки. Что получится, я не знаю. Я не знаю, бомбанет ли эту чашку. Я не знаю, разорвет ли его в клочки. Я не знаю. Мы просто попробуем, чтобы этот выпуск хотя бы было интересно смотреть. А тогда, кому интересно, это просто супер мощный блендер, который перекрошит все, что угодно. И ссылка находится в описании. Ладно, как говорится, не мешки ворочать. Пивасика жалко, но все равно, погнали. Ну, я надеюсь, что мне сейчас ничего не оторвет. Если оторвет, будет, наверное, достаточно весело. Ну, погнали. Я думаю, надо немножечко просадить туда банку. Да, давайте воспользуемся властелином. Давайте посмотрим, что там получилось. Ну, на самом деле, это примерно то, чего я ожидал. Я так и думал, что будет фонтан пива. Вот во что превратилась банка пивасика. Настало время шишек. Чтобы шишкам было удобнее перемалываться, мы немножко зальем их тем самым пивасиком. Вот так. И попробуем сделать коктейль для бобра. Это издевательство над блендером, поймите правильно. Чашка наверняка, хотя я вообще не вижу никаких повреждений, наверняка чашка немножко царапается, но как иначе можно показать, что это монстр? Погнали. Посмотрим, получился ли шишечный коктейль. Так, ну, одной шишки точно нет. Вкусненько пахнет, кстати, вот как ни странно. Одну шишку измочалило. Я думаю, знаете что, давайте пихать их туда по очереди. И в этот раз давайте две шишки и не будем наливать туда воды. Пресвятые помидоры, зацените это. Ваш шишечный коктейль подан. Вообще без проблем. Они даже нагрелись. А, кедровые. Кстати, вкусно пахнут. Я думаю, это был бы идеальный коктейль для какого-нибудь бобра. Ну, в общем, шишки или алюминиевая банка не показались ничем интересным для этого блендера. Не просел, не зажужжал, ничего. Просто перемесил все в труху. Еще одна штука забыла, которую сказать, которая меня прикалывает. Например, если у вас что-то пошло не так с ножами, или если у вас на ножи что-то накрутило, какие-то там супержилы, кости, не знаю, здесь есть вот такой вот ключ. Показываю. Вы можете вот так вот просто его вставить и открутить ножи. После этого нож у вас, собственно, выпадает. Вот. Ух ты ж, ёшкин кот. Вот такая вот шестеренка тут идет. Ну вот реально грамотно сделано, не из дерьма. И вы можете все это очистить. Главное, не потерять уплотнительные резинки. То есть, как бы, признак профессионального оборудования. А с вами был Славный Друже Обломов. Кушайте много, кушайте вкусно. Что я могу сказать про этот блендер? Да я доволен на 100%. Мне все равно, что в него закидывать. Алюминиевую банку или шишки. Я знаю, что я получу реально
крутой коктейль. Стоит ли он дорого? Я не знаю, мне пофиг, понимаете? Я никогда не получаю никаких... Я даже если мне предлагают, я всегда отказываюсь от получения процентов с продаж. А то, вы знаете, как бы заплатят тебе там 100 тысяч рублей, и ты такой, ой, нужно попиарить еще больше, то есть ты оказываешься в денежной ловушке. Просто офигенный подарок. Огромное им спасибо. Ссылка находится в описании. Там есть и вот такие вот мощнейшие блендеры и менее мощные. То, что он сделал, конечно, с алюминиевой банкой, это просто офигеть. Если выпуск понравился, ставьте палец вверх. Если нет, ставьте палец вниз. Я думал, что мне руки оторвет. Всем пока.